15 января исполняется 90 лет со дня рождения известного советского и российского физика, академика, одного из основателей отечественной микроэлектроники, выпускника и почетного доктора Казанского университета Камиля Ахметовича Валиева. К этой дате приурочено сразу два значимых события. Подробнее в нашем следующем сюжете. Одно из самых удивительных и важных инженерных открытий в истории человечества – полупроводниковые интегральные микросхемы, то есть микрочипы. Первым предприятием по разработке микрочипа в нашей стране в 1965 году стал научно-исследовательский центр молекулярной электроники. Его руководителем был назначен доктор физико-математических наук Камиль Валиев. Под его руководством была создана вся микроэлектронная промышленность страны. 15 января ректор Казанского университета Ильшат Гафуров открыл Всероссийскую научную практическую конференцию «Лучшие практики общего и дополнительного образования по естественно-научным и техническим дисциплинам». Конференция прошла в Елабуге, в Доме научной коллаборации, и была посвящена выпускнику Казанского университета Камилю Ахметовичу Валиеву. Значимость повсеместно признанных фундаментальных работ этого ученого поистине трудно переоценить. Чем больше времени уходит в историю, тем большее значение имеют его труды. В тот же день на фасаде здания Института психологии и образования состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски. Пожалуйста, так. В мероприятии принимали участие президент Академии наук Республики Татарстан Мигзюм Салахов, первый заместитель Министерства образования и науки Республики Татарстан Андрей Поминов и заместитель директора по научной работе Федерального исследовательского центра Казанского научного центра Российской Академии наук Алексей Калачев, а также видные ученые и общественные деятели. Сегодня, в день юбилея Камиля Ахметовича, мы открыли и научно-практическую конференцию, причем с достаточно большим охватом. Это не только площадка нашего университета, не только площадка Института ФРАН, но и это школы, названные его именем, это и дома научной коллаборации, которые порядка 30 открыто на территории всей нашей большой страны. Камиль Ахметович выделялся сразу, он был ученым, он уже в 32 года, если защитил докторскую диссертацию в советское время, это очень выдающийся успех, и уже он во время учебы, фактически в аспирантуре, были такие высокого уровня работы, которые его именем назвали эффекты во всем мире. В завершении мероприятия гости и желающие возложили цветы к мемориальной доске выдающегося академика. Энджи Минибаева, Радик Загидуллин, Ленардо Влетьяров, Фарид Захидаглы, Универньюз.